канал «Голос Калифорнии» и смотрите. В районе Пало-Альто бегают олени, представляете? Прямо во дворе. Вау. Еще такой домик классный. Флаг висит. Кстати, американцы очень большие патриоты. Вон еще олень, видите? Маленькие. Наверное, это мама или папа. А вот эти вот маленькие. Теперь смотрите, вот этот вот домик, да? Он старый. Я хочу показать вот это вот ремоделинг. Новый дом, который они сделали. Классно. Вам нравится, друзья? И смотрите еще, почтовый ящик. Везде, во всей Америке, во всех домах почтовые ящики. Так, а этот дом, он тоже старый, да, и как всегда висит флаг. Большие патриоты. Вы знаете, этот дом чем-то мне напоминает «Один дома». Вот чем-то. Но это не Чикаго, это Калифорния. А вот. И как всегда зелено, деревья. Запах такой классный. Сегодня у них получается день вывоза мусора. Все ставят. Да, друзья, смотрите. Синий – это ресайкл. Черный – это мусор. Зеленый – это деревья. Ну, не деревья, а листья. Вот. Как это правильно называется? Вот. Видите, три разные. Здесь разделяют этот мусор, это классно. Вот. А так зеленая Америка. Классно. Канал «Голос Калифорнии». Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока!